Прошло 4 года со смерти Жанны Фриске, но ее гражданский муж так и не нашел общий язык с родными возлюбленной. Дмитрий Шепелев запрещает родителям и сестре певицы видеться с сыном Платоном, воспитывает мальчика один. Ни публичные обращения крестной ребенка Ольги Орловой, ни мольбы мамы артистки не изменили твердое решение ведущего. После выхода в минувшую субботу нескольких передач, рассказавших о разлуке близких Фриски с ребенком, хейтеры стали агрессивнее, чем обычно. Шепелеву откровенно желали смерти. Ведущий попытался отшутиться в ответе обидчикам. Есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «Гори в аду, гнида, чтоб ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «Любящая мамочка двух чудных детишек». Не нужно писать плохое, я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном, подчеркнул Дмитрий. Реакция на пост ведущего оказалась неоднозначной. Кто-то похвалил его за выдержку и готовность растить сына без чужой помощи, другие продолжали негодовать. Дать оценку поступкам Шепелева решила и актриса Мария Кожевникова. Не получается у Дмитрия отшутиться. Не буду писать гневных комментариев и желать проклятий, нет, но для меня это не мужчина и тем более не любящий отец, заявила артистка. Дмитрий Шепелев один воспитывает сына. Фото, Инстаграм. Многодетная мама считает, что приоритет эмоций и проблем с разделом имущества над интересами сына характеризует Дмитрия не лучшим образом. Когда ставишь интересы ребенка на последнее место, всячески издеваясь над пожилыми людьми, которые потеряли дочь, это пробивает человеческое дно. Осознанное лишение своего сына, который без родной мамы воспитывается, еще и родных бабушки, дедушки, тетя и крестной мамы характеризует отца с самой плохой стороны. Хочется пожелать ему человечности, житейской мудрости и понимания того, что ребенку нужны все родственники. И никакой отец, даже самый прекрасный и заботливый, их не заменит, отметила Кожевникова. Многие пользователи ответили Марии, заступившись за ведущего: ребенку нужны нормальные отношения в семье, которые близкие Жанны обеспечить не могут. Последние годы они только и делают, что вываливают грязное белье покойной дочери наружу, возмутились подписчики. Не каждый найдет в себе силы простить людей, которые обвинили тебя в смерти любимой женщины, выразили мнение комментаторы. Класс пост 661 525 подписчиков.